Итак, всем привет, дорогие друзья! Рад вас пригласить на Анжи Арену. Сегодня здесь, в Махачкале, в рамках 19-го тура первенства первой лиги, Динамо на своем поле будет принимать Астраханский Волгарь. Итак, ждем стартового свистка. Динамовцы разыгрывают мяч с центра поля. Поехали, дорогие друзья! Перехватить мяч, получается это сделать. Надо сказать, удар поворотом, 1-0. Сразу же забивает у нас Джамал. Еще раз наблюдаем проникающий пас на Джамала. Тот выходит 1-1 и оставляет шансов Олегу Смирнову. Несмотря на весь свой опыт, экс-голкипер Тамбова и Нижнего Новгорода не смог парировать этот удар. Ну и классная передача от Залимхана Юсупова. Сумел в одиночку фактически запрессинговать оппонентов. И далее из-под Артура Гилязидинова сделал передачу на Дибир Гаджиева. Несколько лет назад, а точнее 3 года назад, Алексич не смог вывести Тюмень в первую лигу. Опасная атака между тем у Динамо. Удар поворотом, Смирнов отражает удар. Раджаб Магомедов убрал Локтионова. И далее пробивал аккуратно с правой ноги мимо Артура Гилязидинова. Пока что не везет Гилязидинову. Сельниченко тут очень активно себя предлагает. Дальше Зелимхан Юсупов. Атабаев успевает отдать вперед. Атабаев, Смирнов, однако на перехвате играет четко, не позволяя. Давайте сейчас посмотрим. Здесь Юсупов классно проткнул мяч на эрбола Атабаева. И тот уже аккуратно набрасывал вперед. Главный тренер астраханцев. 3-4-3 у Динамо, кстати говоря, подача. Так что обиком, опа, что это такое сейчас в исполнении голкипера? 1-1, да! Похоже, что 1-1, Волгарь сравнивает результат. Давайте посмотрим, ну это уже концовка, это Локтионов скидывает мяч под удар Алексею Гавриловичу, и Гаврилович действительно забивает этот мяч защитник Олег Красильниченко. Гавриловича поздравляем с этим голом. Не часто забивает этот белорусский легионер Волгаря. Ну вот, сумел забить в первой лиге. Терновский пытался отчаянно исправить свою ошибку. Не получил, к сожалению, этого сделать. Ух ты, проникающий пас. Классный проникающий пас. 1-1 выход. Можно забивать. 2-1. Уже Волгарь выходит вперед в этом матче. Еще раз видим передачу. По-моему, Дмитрий Лесников сделал эту передачу. Идеальную, гроссмейстерскую. Прям ножом по сливочному маслу Анкор. Передача объедения. Сладкая. Максимально освежить правый фланг, чтобы не только атаки... Опа! Не только атаки проходили через Олега Красильниченко. В 5 последних матчах пробивала тотал меньше 2,5. Сегодня у нас тотал больше. 3 гола целых мы увидели в этом матче. Матч получился зрелищным. Хорошее прикаспийское дерби. Мы сегодня увидели...